Лебанон. А третий с Кипра, да? Третий с Кипра. Он ЛБН, Лебанон. Я тоже вот так писал, а он исправил. ЛБН, Лебанон. А тут Леб написано. Ну, ты это там, да. Я ж тебя, он мне лично исправил. И вообще, где этот ЛБН находится? Лебанон? Да. Ну, а где у нас Ливан находится? В Африке? Африке. В Африке? А приехали на мультиевропу, видишь? Не, ну так аж и будет приехал обслуживать. И... Ну, а что? Что сделаешь? У нас есть какая-то страна, которая расходится на три континента? Россия. Россия на два. На два? Ну, Азия, Европа. А что, на три-то нет континента. Откуда на три континента? Никто не расходится у нас на три? На три сразу. Ну, я имею в виду Европа, Азия, Африка. Турция, Африку не захватывает. Правильно? Турция, Европа, Азия. Европа, Азия, да. А Азию тоже захватывает Турция, да? Я думаю, да, там направо. А, точно, захватывает. Ну, три континента, что-то вы слишком загнули, а. Что такое? 0,8 ты вернул, 49, у нас 50-й будет. А. 80, сопли пожевывают слегка. Не, ну мы же знаем, что у тебя все под контролем. Да. Поэтому и расслабились. Сколько там? Ну, осталось сейчас 50-й, ну, пара-тройка. Да, время. Нет, там правильно. Правильно, там уже. Чего там, 8.41? Ну, 8.41? Время? Наверное, 7.41. 18.41. А, 18.41. У нас, между прочим, через 20 минут уже ужин начинается, да? В 7 же, или в 7.30? По-моему, 7-9, по-моему, что-то такое. Ну да. Я думаю, у нас попозже-то всех покормят. Надеюсь. Я думаю, да. Italia.
Переведи на это. Да, напишешь? Ты можешь на английском писать? Да.